катера, ясно? Брикмен продает моторные катера, а мы делаем моторный катер фирменным знаком компании. Что скажете? Годится. Есть! Молодец, Эллен. Зак, теперь ты. Я? Господа, я только... Зак, да, сэр, я сейчас. К сожалению, я не провел выборочный опрос. Я еще работаю, это лишь предварительные наброски. Зак. Леди и джентльмены, это новый фирменный знак кекса Хайди-Хо. Па-па-ра-па! Зиппи! Что? Что это? Зиппи? Что за зиппи? Это колобок. Это колобок? А что это на земле позади него? О, это шоколадные следы. Куда бы Зиппи ни шел, он везде оставляет волшебные шоколадные следы для детей. Волшебные? Это похоже на какашки. Такое впечатление, что куда бы Зиппи ни пошел, он все вокруг умудряется обделать. Нет, это шоколадные чипсы. Эм, что это напоминает? Экскременты. Зак, если бы ты решил откусить кусочек шоколадного кекса, о чем бы в этом случае ты меньше всего хотел думать? Экскременты? Экскременты. Смею предположить, что нам лучше избегать всех этих желудочно-кишечных тем в данном проекте. Как считаешь, а? Ладно, я подумаю. Хорошо, иди. Офис Ника Бима. Привет, Энн. Твоя жена. Уа! Всем выйти. Деловой разговор. Алло. Вечером все как договорились, а то ты меня уже дважды надул. Все железно, идем в филармонию. Я буду сопровождать сексуальнейшую женщину в мире. А меня возьмете? Так уж и быть. О, знаешь что? Моя сестра звонила. Она приезжает со своим возлюбленным в следующую пятницу. Нет. Да. Да что ты, я наконец-то познакомлюсь с королевой нью-йоркской богемы. Это верно. Ты встретишь их? Да, конечно. Погоди. Это будет... Через неделю. Около 10:30. Надо будет проверить. Пиби хочет тебя видеть очень срочно. Извини, дорогая, меня вызывают величественные инициалы. Ладно, привет от меня. Передам. Ненавижу тебя. Я тоже. Пока.